of nowhere like that. My dad is still here, and it's just gonna make things worse. Don't wanna hear stories. I just want you by my side. I'm laying down my guard. I don't want stories. I hope you never break my heart. Your father will break my face. If I ever got you, I'll be chased. Your mother thinks I'm a waste. And baby, I'm forgetting your lips taste. Let's run away out of town and build a castle in the wild. Ну что, друзья, всем привет, рад снова вас всех видеть, и сегодня мы продолжим наши замечательные трюки, надеюсь, вам понравилось. Я специально взял старый добрый Хакочу, чтобы было весело, круто и интересно, хотя он, конечно, ни хера не прыгает. Погнали! Да-да, у меня получилось, но это не совсем прыгающие мотики, йоху! Очень-очень опасный трюк, я не знаю, где там какая-то расположена эта штука. Что произошло? Все идет не по плану всегда. Пожалуйста, пожалуйста, машины, только не мешайте, пожалуйста, вот она стоит. Между машинами поднимаем! Черт. Это полная жесть будет, потому что я не понимаю, что вообще происходит. Ууу! Переворачивайся! Ууу, ес! Так, мое любимое место, наверное, не знаю, я про нее не помню. Давай, давай, собака! Эй, собака. Попробуй попытка номер два. Между деревьями и фонарями. Ой-ой-ой-ой-ой. Но самый простейший знаменитый трюк от Клауда — это выехать из этой вот мастерской, поднять мотик и врезаться нахрен, разбиться к херам собачьим. Нет, смотри, я смог. Вот самый опасный трюк, потому что он никогда не получается. Но только не сегодня. Сегодня, видимо, все получается. Ууу, это было неплохо. Так, ну классное же место. Видно, что потенциально прям вообще улетное место. Только не бассейн, пожалуйста, только не бассейн. О, о, нет, нет, фух. Ну что, пройдем немножечко дальше. Тоже потенциально интересное место. Вот оно, вот оно. Что-то будет стрёмное. Ух ты, ёшкин кошкин, матрёшкин. Неплохо, неплохо шатались. Ах, была не была, катушки, я люблю вас. Да я так не планировал, нет, не убивайся. Давай ровненько на штуку. Вот собака. Честно, можно ли на мост отсюда залететь? Вообще реально? Как думаете? Мне кажется, на моем убитом мотике. Да идите нахрен. Да я в шоке, это реально. По-моему, это ошибка. Идите колотить. Давайте пару сальто сделаем. Нет, нет, я больше не хочу. Ай. Ой, ой. Так, тут был где-то камень. Поднимаем. Уу, щет. Ну что, старый добрый мост, ребята, старый добрый мост. Главное резко повернуть, поднять мотоцикл, вот так вот улететь в пальму. Мать ее, нет, ай. Поднимай, скотина, гранату. Ой-ой-ой, там же вода была. Вовремя, вовремя я подлетел, только давай ровненько, нормально, твоя дивизия. Так, ребята, в этом деле главное, главное, хороший разгон и хорошо, удачно взлететь. Что за порнография была? Ого. Подлетели неплохо, немножко не по плану пошло все. Выравниваемся, красавчики. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, через дом, давай, 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 дальше, так, поворачивайся. Ай, заборка. И классическое красивое падение, конечно же, ребят, куда без этого. Только не пальма, мать ее. Давай, 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 красавчик. Вот это было стрёмно, ай. О, блин, ну я главное коснулся крыши, это уже нормально. Ну что ты там свою машину дурацкую поставил? Я здесь прыгаю, что не видишь? Я здесь прыгаю. Парашют есть? Парашюта, к сожалению, нету. Шмяк. Господи, как же это стрёмно тут. Мадам, я лечу. Ай, ой. Ну вот только не вставляй там мотоцикл, твою дивизию, сволочь. Ну натяни, ну собака, ай. Ой. Ах ты, ёшкин матрёшкин. Ай. Давай, 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 дай, дотяги, дотяги. Ну нормально, нормально, ну блин, мотор уже был сломан. Ай, мотоцикл, все хорошо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, нихера не видно. Ай, 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 тут же где-то вода. Нифига себе, меня на дереве закрутило. Ууу.
Парашют? Не будет парашюта? Нет, не хочу. Ай. Зачем я это делаю? Ух ты, нихера себе. Да нет, только не вниз. Ой-ой-ой, как повезло. Это жесть. Гребаная пальма, ну я же летел ровно на крышу. Собака-то недорезанная. А! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, красавчики, ес, ну наконец-то, бляха-муха. Сейчас будет дебильный трюк, потому что если что пойдет не так, я улечу в море. А точнее, в речку, в океан. Тяни, собака. Да-да-да-да-да-да-да-да, наконец-таки я справился с... У-ху! Господи, надо ровненько заехать туда, куда нужно! Вау-вау, неплохо, неплохо. Ай, перекрутил. И сразу же вторая такая, через пальму. У-у-у! Да. Давай, сучка! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, неплохо. Зелень. Вау. Давай, 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 перекручиваем. И как красавчики приземляемся. Да! Такой прыжок прервался, а? Такой прыжок. Ух ты! Вот это было неплохо. Уху! Вау, 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 давай дальше, дальше, дальше. Вот только не на скалу. Ай! Я же так и знал, ну. Не перекрутись, главное, не перекрутись подальше и не перекрутить. Спиной об козырек, господи боже. Это же очень больно. И лишь бы не обосраться, улетаем. Ну, неплохо летим, неплохо. Тренируемся в поле. Как можно дальше улетать с помощью глайда. Опа, опа! Получилось вот это поворот. Высоковато, конечно, летим. Ай. Вот стопудняк не получится. Да ладно. Мне сюда. Мне туда не нужно, не в воду. Ой, ай, ой, что за рельс. Это было стрёмно. А, только не мозик. Господи, как я его достану теперь. Ух ты. Ух ты, ух ты. Это вот посмертно, скорее всего. Нет, нормально, нам повезло. Ух ты. Оба, и через светофор за одним колесом, видели? Ну, это стиль профи, ребят, стиль профи. Господи, зачем я это делаю? Я не знаю, ребят. Вот ради такого сальта. Ай. Давай, 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 не хочу об эту штуку. А, поднимай опять. А, о, получилось. Господи, что это вот только что было? Да-да-да-да-да-да-да, на крышку. Yes, yes. Я просто обязан в этом месте прыгнуть. Просто обязан. Вот это было странно. По-моему, провода задели. Опа-опа-опа, нифига себе. Кажется, маленький разгон нужен, хакочу. И тогда все нормально будет. Опа-опа. Давай еще сальтон в конце для красоты, да. Красавчики, вообще мы с тобой. Ну, это смертельный трюк. Показываю один раз. Тихо. Я хотел завер... Ай, блин. Ну, машина, ну, что ты ко мне? Вот едешь, машина. Ну, как тебе не стыдно? Я вообще не туда хотел ехать. Идите колотить. Задом. Опа. Как четкие пацаны. О, господи. Я что-то делаю не так, по-моему. Ух ты, ёшкин-кошкин. Вот это будет же сейчас. Я вам сочувствую, ребята. Ох, давай два сальтона, два сальтона. Я хочу два. Я же профи, да. И живой, и проехался по каким-то рельсам, и вот так вот приземлился, красавчик. И улет! Топчу я вечно перекручиваю всю твою дивизию. У-у-у! Блин, ну так красиво шел, и в конце смерть застала мотоцикл. Парковочка, жди меня. Опа, красавчик. О, вот это полет, ну я не так планировал-то, ребята, какого хрена, где мой парашют? Ух ты, щит, вот это отпрыг, вот это отпрыг, давай. Оба, красиво приземлились. Ух ты, господи, на колокольню, неужели? Ну, давай, долетай. Почти. Сейчас реально вертикально прыгнуть. Господи. Давай, 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 не подведи. Ой, не там прыгаю. Собственно, мы прыгнули на здание, везло, не столько не падай, молодец, красавчик. А что если просто сюда?
Да вот же, можно же, можно, можно. Да нет, только не мотоцикл. Твою дивизию. Ах ты, перелет! Ой, господи, боже мой. О да, наконец-таки, наконец-таки. Ладно, 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 перевешиваемся, нормально. Ого, это я далеко улетел. Красавчик, и сам тоже хорошо улетел. В сланцах. О да, 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 нет. Я выжил, фух. И в полет. О, там кто-то даже ценил. Так, только не в воду. О, да, 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 детка, yes, допрыгнули, красавчики вообще. Я просто хочу прыгнуть выше головы. А, вау, вау. Офигеть. О май гад, это была плохая идея. Уху, вертолет. Главное, что я на крыше. Да, 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 блин, не дотянул до следующей крыши, но тоже круто. Мужик, нахер ты тут встал, урод. А! Ай, черт. Вот, вот он прыжок. Моей мечты нет. А, ой, ёперный театр. Ну давай, 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 давай. Последний этаж, пожалуйста. Ой, 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 ой. Ой. Ух ты, ух ты, ух ты. Давай, 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 ну плиз. О, балкон. Вот это поворот. А давайте вот здесь. Ох, слушайте, может туда прямо залететь. Надо как-нибудь попробовать. Ох ты, ёшкин-кошкин. А парашют-то я профукал. Парашют. Вот, 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 вот. Ну, я думал, еще дальше полетим. Но неплохо, неплохо. Вот, вот он. Блин, ну что, билборд-то помешал. Ай, ой, куда я лечу? Ох ты, ух ты. Класс, давайте перелетим. Шикарно, выравниваем. Да, да, у меня получилось, я хотел именно так, в этом месте, еще на крышу, на самую верхнюю, охренеть, круто. Опа, 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 нежданчик такой, да? Как так получилось? Вот этот двойной прыжок залетом на эту сторону моста, это было весело. Ребят, да кого я обманываю? В жопу этот Хакочо лучше, чем BF-400, ничего в игре нету. Опа! Четко, да? А потом бац, и никто меня не сбивает. Ох, неплохо, неплохо прилетело. Для BF-400 это очень даже, я бы сказал, неплохо. А как насчет здесь? Ну, блин, это BF-400. Топовый, топовый стантовый ботик. На Хакочо только профи могут, как я. Блин, ну Хакочо просто топ-топ. Видите, как, видите, что он творит? Что он творит, Вася? Только Хакочо творит невозможное. Твою... Тут же... Да, ты знаете, почему убил? Здесь реально электричеством бьет током. Давай, Хакочо, прямо здесь прыгаем. Мы же с тобой мужики, мужики. О, прямо через вывеску. Шикарно. Нет. Ай. Я тебе не долечу. Давай, долетай. И похер мне на пальмы. Оу! Долетели. Так, так. Момент истины поднимаем. И обратно вернулись. Давай. У-у-у, блин, BF-400 просто лучше. Однозначно. Так, это страшно, это опасно. Но это BF-400. Да, детка, BF-400. Он красавчик, только что-то повернулся не так немножко. Ай. Ой. Так, и момент истины. Натужимся немножко. Да, ну, кое-как, но... В принципе, план-то сбылся. Цель основная залететь на крышу, так сбылась. Разгон маленький, конечно. Через дырку унесло меня. Давай, 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 на домик, на домик. Красавчик, что-то панели солнечные. Нет, 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 нет! А! Да, 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 да. Ну. Вот изи, конечно. Ну как изи? Вертикальная стена фактически была. Ну и классику делаем. Классика с переворотом. Классика с переворотом. Стремно звучит. Все пытались меня сбить, но я прыгнул все-таки. Ух ты. Уж страшно стало немножко. Ой, я зря это делал, ребят. Ой, зря. Ой, я же говорил. О, что пошло не так? Оу, щет! О, мужик подтвердил, слышали? Вот это поворот. Может, он по микрофону меня вычисляет, сволочь. Не что, пойди, как нормальные люди, а он по микрофону-то. У нас получится, я верю.
Нет, блин, мешает проститутка, мешала. Она мне еще послала, помимо прочего. У нас почти получилось. А вот такой неожиданный пируэт через полицейский участок. И как красавчики мы приземляемся, ну почти как. Вот такие резко, такие раз. У-ху-ху-ху, получилось, я в шоке. И под... Вот это что сейчас было? Ой, ох ты ж... Что это было, непонятно, но это было стремительно, прикольно и весело. А у меня получится постоянно было ниже здесь, вот здесь, да. И шикарный перелет на... Ой. Выбили мостик с подменяем, это видели? Круто было. Это вам не хакочу, это BF-400, он здесь принес 100% вариантом. Еще сальто успею сделать. Ю-ху! Реально успел. Я в шоке. Пальма? Спасибо. Да-да-да, детка, поедем все лучше колесами. Господи, это было странно. Дикий разгон, который сейчас такое вытворит. Такое вытворит, я даже представить не могу, что сейчас будет. Господи, я себе реально не мог представить, что происходит. Жесть. Я еще и выжить не смог. Так, вот здесь хорошее место, смотрите. Ух ты, жопа ты. В пупырышках вся... А сказал just perfect, когда слышали? Вот это получше. Ох, я успел! Я еще. Твою дивизию, там же мотик остался, бляха-муха. Так, главное ровно войти, чтобы никто еще не мешал при этом. Да. Мы красава, мы хотим даже настройку. Я даже не думаю, что можем куда-то долететь. Ну, почти долетели. Опа, 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 вы это видели? Видели, как высоко, а? Аж, о, глайду. Ай, сейчас будет мега трюк, вообще мега трюк. Таких трюков еще никто не делал, кроме меня. Пролет через две эстакады, давай. Четко, да? Ой, ой. Ой, как не повезло.